В деревне Девлетгильдино Мариинско-Посадского района открыли новый обелиск участникам Великой Отечественной войны. На месте старого кирпичного памятника, который сыпался на глазах, возвели современный из алюминия и керамической плитки. На торжественном открытии обелиска воинам-землякам, собравшиеся, почтили память павших, вспомнили о подвигах тех, кто не вернулся с полей сражений. На строительство памятника из республиканского бюджета выделили 100 тысяч рублей. Материальный вклад несли и сами жители деревни. Денег, которые 100 тысяч выделила республика, чуть-чуть не хватило. Все приняли участие, каждый внес свою долю по мере возможности. Это была давнешняя мечта – открыть новый памятник участникам Великой Отечественной войны. Это мы мечтали об этом 2-3 года. Но так как у нас сил не хватило и средств, не могли начать. Эта помощь республике как раз подоспела вовремя.